Добро пожаловать на наш сайт! Сегодня приготовим кекс с крыжовником в мультиварке. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Сливочное масло взбиваем до бела, 3-5 минут. Всыпаем соль и сахар. Продолжаем взбивание еще 5 минут. Следом по одному вбиваем яйца. Продолжаю взбивать. Вливаем молоко. Перемешиваем. Просеиваем муку. Всыпаем разрыхлитель. Перемешиваем ложкой и получаем гладкое, однородное тесто для кекса. Крыжовник промываем, очищаем от хвостиков, просушиваем и обваливаем в муке. Тесто выкладываем в чашу, смазанную маслом. Поверх кладем ягоды крыжовника. Устанавливаем мультиварку в режим выпечка на 60 минут. Кекс с крыжовником в мультиварке готов. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!